Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и на связи с вами flipup.ru. Сегодня хотим рассмотреть с вами куртку влагозащищенную, удлиненную, туристическую от компании Sweep, модель Challenger. Отличная куртка, хорошо сидит, немало мерит. Это размер M. Я как раз ношу размер M. Мне она нравится, как сидит. Регулировки в районе манжеты, регулировки в районе предплечья, в подмышечной части регулировка. На куртке в подмышечной части, регулировка на поясе и регулировка в нижней части куртки. То есть, в принципе, она утягивается как черепаха. Вот так сидит на мне. Давайте рассмотрим ее подробнее. Вот так она выглядит на вешалке. Одна из самых продуманных, самых хороших курток у нас на сайте. Светоотражающие элементы пассивной безопасности. Вот это тоже светоотражающий элемент. И в задней части также светоотражающие элементы, чтобы вас было хорошо видно в темное время суток. Куртка комбинированная, сделана из полиэстера 600D, очень прочного на разрыв и стирание, и также вставки из кордура. В местах, подверженных наибольшему стиранию при каких-то неприятных ситуациях. Смотрите, какая хорошая манжета на молнии и широкой липучки. Липучка широкая и длинная, то есть можно в принципе подтянуть как вам угодно. Регулировки в районе предплечья, чтобы можно было подтянуть куртку. Регулировки в подмышечной части, вот на такой вот длиннющей липучке, то есть в принципе можно подтянуться очень и очень прилично. Регулировка в районе талии на такой же липучке. Регулировка в нижней части, чтобы можно было подтянуть куртку и вам меньше сдувало. И регулировка по куртке в районе подмышки, где находится вот такая, такой язычок на кнопках. Три кнопочки, то есть в принципе можно сантиметров на 8 еще это подсоединить. Стандартные две карманы в передней части куртки. И такие же вент-карманы, чтобы воздух заходил спереди, выходил в задней части куртки. У куртки сертифицированные вставки локтей, плечей. Вот такая вставка плеча. Вот такая вставка локтя. Двойные и даже тройные швы у куртки, чтобы куртка не порвалась при каких-то неприятностях. Смотрите, какое интересное решение по молнии. Помимо того, что здесь идет длинная липучка по всей площади застежки молнии. Знаете для чего? Для того, чтобы если будет неприятный инцидент, куртка не разошлась. То есть, в принципе, молния не разойдется, так как очень-очень приличная у него липучка. Прям нужно прилагать силы. Липучки еще фиксируются на кнопке сверху и снизу, чтобы прям очень прочно сидело. Сверху вот такая липучка на регулировке. И ее можно сделать вот таким вот образом. Если хотите дополнительной вентиляции, то в принципе вам будет поддувать сюда. Стандартные два кармана, забыл о них сказать, они влагозащищенные. То есть вот с таким отворотиком сделаны. Когда вы закрываете, часть материала также загибается, и карман не промокает, поэтому туда можно положить гаджеты, документы и не переживать о них. Хорошая молния, хорошо ходит, причем она такая большая, с вот такими резиновыми накладками. И думаю, понимаете, что если попадете в дождь, то не будет соскальзывать резина, легко поймаете и отстегнетесь, если это нужно. Стандартные два кармана с правой и с левой стороны у куртки, и есть вот такие элементы. Это обратная сторона липучки для того, чтобы вы прикупили пластину защиты груди, установили ее, если вы собрались на дальние поездки, и в принципе у вас будут защищены локти, плечи, защита груди, и вставка спины нужно менять. Вставка спины здесь мягкая, она условная. Это в принципе стандартная ситуация для курток.
Воротник у нее такой мягкий, типа аллергенный, то есть не будет натирать кожу шеи, не будет давить, очень приятная на ощупь. Подкладка съемная, подкладка чисто тепловая, вот. Если хотите как-то утеплиться, то ее подстегиваете, если какое-то более теплое время года, то сняли, открыли вент-карманы, которые насквозь сделаны, и в принципе будет очень приятно. Два кармана, один на самой подкладке, другой на самой куртке с выходом под наушники. Положили телефон, выбили провод наушника, если нет гарнитуры, закрепили его здесь, и он аккуратно у вас нигде не болтается, аккуратно так прикреплен. Так, вставка спины мягкая, условная, ее нужно вынимать и покупать сертифицированную, там ничего сложного нет, есть карман, и в этот карман вставляете сертифицированную вставку спины. Вот такая обратка идет. Молнии, кстати, у куртки YKK, это самые лучшие молнии. Поэтому, если вы покупаете какие-то вещи, обращайте внимание на такие детали, как молнии. YKK в нижней части для того, чтобы подстегнуть к мотоштанам, к мотоджинсам, и образовался единый комплект в виде комбинезона. Тогда, если будут какие-то неприятные инциденты, куртка у вас не перекрутится и также не будет задувать вот саму куртку. Данная куртка является лидером продаж в наших магазинах. Есть от чего, потому что она, во-первых, всесезонная, во-вторых, удлиненная, можно использовать как туристическую. При этом у нее хорошая защита локтей и плечей, то есть вставки достаточно большие, при этом они толстые, поэтому она может использоваться и как спортивная куртка. Рекомендуем прикупить к ней штаны от компании Swip, тогда можно использовать его как комбинезон, то есть штаны и куртка образуют вместе комбинезон при помощи молнии, которая идет сзади у куртки и у штанов. Flipup.ru является официальным дистрибьютором Swip России, поэтому вы можете приобрести у нас данный бренд оптом. Рекомендуем куртку к покупке, она не маломерит, она не большемерит, у нее отличная защита, вставку спины нужно менять и можно закупить вставку груди.